Проснулась, собралась. Сейчас иду на завтрак. У меня есть чайник. Есть вот тут чайные стаканчики. Здесь просто стаканчики. И разные пакетики с чаем. Так что, в принципе, можно попить чай. Я, в общем-то, вот так вот развесилась. Все свое шматье повесила. Нарядное, ненарядное. Так, да. Тут у нас сейф. Тут у нас полотенце для... Да, у меня есть полотенце, два полотенца для бассейна. Я вам еще покажу, что там есть, где на корабле. Бассейн тоже здесь, ну, маленький очень. Вот, у меня два полотенца, потому что у меня двухместная каюта, потому что я должна была плыть не одна, но мне оставили двухместную. Коста, молодцы, не переселили меня в маленькую одноместную, оставили одну в большой двухместной. Вот, про плечики хотел сказать. У меня как бы немного нарядов, немного, но они как бы, одежда у меня есть, я ее всю развесила. Если бы еще со мной кто-то ехал, и нарядов было бы побольше, мне бы просто не хватило, если честно, вешала. Как-то они с этим немножко сэкономили. Ну, точнее, вешала достаточно, но и все равно девочкам всегда недостаточно. Все, я, короче, иду на завтрак. Уже персонал здесь вовсю убирается. Хотя время 9 часов, мы еще в порт не приплыли, но уже уборка идет. Ну, люди уходят на завтрак, они уже начинают убираться в номерах. И со мной сейчас мой человек, который вот именно мои каюты убирает, поздоровался по-русски, это очень приятно. Доброе утро, мир! Я сижу уже в барчике. Короче, заказываю себе утренний кофе, сейчас жду своих и пойдем завтракать. Уже здесь 9 часов, просто дофига народу на палубе. Уже многие купались в басике. Ну и, собственно, вот мы еще далеко от берега, но связь здесь уже, кстати, ловит. Я, короче, как все местные итальяшки, заказываю эспрессо, выпиваю его быстренько в 3 глоточка, но он, кстати, хочет не горячий сейчас. Еще взяла капучино и пойду сейчас ждать своих и смотреть на море. Пока жду своих, пойду посмотрю, что дают сегодня на завтрак на шведском столе. Слушайте, если у вас не включен пакет напитков, то кофе можно будет варить здесь в таких автоматах, но он будет из автомата. Мюсли с молочком. Яблоки, груша. Нарезка. Ну, колбаса, сыр. Значит, что есть? Ну, бекон, сосиски, английский завтрак, картошка, яйца, помидоры. Так, здесь были фрукты, йогурт. Так. Оп. Здесь яичницу жарят, омлет. Ну, короче, как-то завтрак тоже не особо. Мне кажется, надо ходить на завтрак будет еще обязательно. Ну, стандартно, короче, английский завтрак, так что-то понахвататься и пойти гулять по городам. Вот. Ну, голодным не останешься, но как-то реально, что-то как-то не очень. Да, утренние часы, здесь солнце встает, по-моему, в 6 или в 7 уже точно. И оно уже нормально так жарит. И, короче говоря, очень клево приходить вот сюда с утра до того, как ты приплыл, принимать солнечные ванны. Но фишка в том, что все остальные дни мы будем приплывать уже в 8 часов. То есть это мы в баре так вот поздно, в 10 только прибываем, а везде мы должны будем уже 8 часов быть на берегу. Вот, кстати, я вижу уже берег. Вот мы уже плывем вдоль берега. Скоро будем причаливать. Это уже даже не смешно. В баре закончились капсулы кофе, и нет даже уже кофе вообще никакого. А завтра, то есть сегодня здесь в порту еще подсядет куча людей. Как они будут справляться, я вообще не представляю. Мы приплыли в баре. Порт находится в 20 минутах ходьбы от города. Сейчас попробуем узнать, как туда добраться. На шаттле или пешком. Бесплатно, это за деньги. Такси до города стоит из порта
ну, 15 евро, если там 4 человека, большая машина, чтобы нас пятеро вместились, это стоит уже 20 евро. Смотрите, здесь можно арендовать велосипед и даже взять экскурсию на велосипеде. Или пешую, или велосипедную. Ну, просто 15 евро стоит аренда велосипеда на день. Здесь есть тоже хоп-он хоп-офф, двухэтажный автобус. А такие, как мы, идут пешком. Это традиционная тема итальянская. Бельишко сохнет, в Венеции такого будет дофига. Ну и вот улица Венеции. Какие-то остатки замка, колонны. Вы делаете сейчас все? А что? Красные эти сицилийские апельсины, грушка, 6 евро килограмм вяленых помидор всего лишь, клубника 5, давайте купим клубничку. Ой, артишоки уже продают, уже есть артишоки, 50 центов всего лишь, класс. Да хрен с ним. Я не мою в Европе овощи, фрукты. 5 евро всего лишь клубничка стоит. Огонь. Италия для меня — это запах свежепостиранного белья. Прикиньте, в сувенирной лавочке поет Земфира. Замок. Вот здесь находится Кастелло Свево ди Бари. Какой? Кастелло. Главный катедраль. Давайте, идите. Вот, если честно, для тех, кто много где был в Европе и в Италии, ну, это обычный город, ничего такого в нем нет. Но для тех, кто не был, здесь такой итальянский колорит. Очень даже такой типичный итальянский портовый город. Мы гуляли-гуляли и нашли какую-то старую пиццерию. Все сюда прутся, огромная очередь. Все местные тут едят, а я люблю есть там, где едят местные. Мы еще не знаем, сколько это стоит, но уже стоим давно в очереди по номерочкам. Тут все. Вот, там набирается номерочка. Сейчас попробуем, расскажем. Ух ты! Клево! Вот сейчас был прикол. Я им говорю, мне, значит, две штуки, типа ДОС. Он говорит, Испания? Я говорю, нет, Россия. И давай вся пиццерия ржать, что типа, мы итальянцы, вы русские, почему с нами разговариваете по-испански? Как? Как фокаччо? Город вытри. Лиза, как фокаччо? Вкусно. Еда как тебе? Глазами хлопаешь. Вкусно, да? Рекомендуешь? Да. Смотрите-ка, мы пришли из прогулки, вернулись уже на корабль. У меня вот такое вот, короче, письмо на кровати ждало. Тут написано, что, к сожалению, ну, очень жаль, что вы не приняли вчера участие вот в этом мероприятии по тому, как спасаться с корабля. А это вообще хрень написано в правилах, пункт 9.7. Типа, посмотрите тогда сейчас видео и брошюрочку, как, короче говоря, эвакуируется. Брошюрочка нарисована вот на двери. Хотя я вчера прошла эту тему, но вот эта вот карточка, которую там все прикладывали, короче, по ней считывают, человек прошел правила безопасности вот это при эвакуации, выучил или нет. То есть карточка нужна для этого была, во. Что, ребятки, мы... Может, надо забрать. Мы решили на завтра взять экскурсии по Корфу. Обзорочку взяли за 30 евро взрослый и 20 ребенок. Но, ну, там будет несколько остановок, потому что мы решили остров надо посмотреть. Пешком ходить вряд ли получится быстро это все объехать. Остров клевый. Вот. Деньги не нужны, просто карточка. Это все там спишется. Сейчас надо положить, правда, эту карту денег. Для расчета на борту используются вот такие карточки. 2 дня можно уходить в минус. Потом нужно положить на них деньги. А за эти карточки покупают, ну, деньги на этой карточке тратятся на экскурсии, на какие-то магазины. Короче, сейчас. Проведите. Окей.
сейчас. Вашу кредитку теперь проводится кредитка. Тест-пиа. Так. И теперь мне нужно эту карточку положить как минимум. Ага, для чипов. Вот сюда. А я не помню здесь, какой у меня пароль. Сейчас. Вот так вот. Сейчас они проверяют мою карточку. На эту карту обязательно нужно положить деньги. 10 евро в сутки чаевые. Это обязательная тема у Костя. Так. Поставьте подпись. Так, регистрация прошла успешно. Выходить, приезжать к другой каюте, выбить из другой каюты карту Кости. Выбить, добавить. И все. Я ее привязала. А как теперь положить на нее? А, наверное, потом с нее просто спишется. То есть, получается, ты ее просто привязываешь карточку, не кладешь туда деньги, и просто потом у тебя просто выселение с этой карты спишется. Тест-пиа. Ну да, аквапарк есть, но не сезон. А, ну то есть вот так вот дети тут просто мокрые, да? Или что? Слушай, и в трубах-то тоже есть вода. Не, он работает, просто никто не купается. Холодно, да. Ребятушки, посмотрите, какой здесь спортзал. Класс. А еще, короче, здесь в спортзале проходят разные семинары на тему здорового образа жизни. Сегодня будет семинар «Как не задерживать в себе воду» и что-то про метаболизм. Помните, я вам в Таиланде рассказывала о том, что азиаты не любят номер 13? На этом корабле нет 13 этажа. За 12-м сразу идет 14-я палуба. Смотрите, здесь есть веревочный городок. Прямо на самой верхней палубе. Смотрите, здесь есть мини-гольф на верхней палубе. Я, конечно, нашла беговую дорожку по палубе, вот так вот. Вот так вот вокруг, на 12-й палубе она огибает всю. Так что можно не только в спортзале ходить. Но холодно сейчас, на самом деле, на палубе. Я в футболке бегать, может быть, будет и не холодно, но... Ну, короче, да, есть тут такая тема. Наверное, метров 400 дорожка. Очень даже прикольно. Может быть, все-таки... А, вот еще есть... Смотрите-ка, футбол. Прям нормальное такое поле. В ожидании отправления. Да, в джакузи-то и места-то нету залезть. Ни в одно, ни в другое. Смотри, там все. Заняли. Это же, по сути, это еще, да? Угу. Короче, ребятушки, мои дорогие подписчики, мы наконец-то дошли до ресторана с официантами. Меню по-русски. Даже не интересно. Ну что у нас здесь в меню? Закуска, салат. Ой, вот я наконец-то осьминога попробую. Мне, кстати, вот так и не донесли тогда. Салат за осьминога, который я спрашивала. Яйцо пашот. Пирожные, десерт. Отлично. Это что, салат из осьминогов, да? Это равиоли. Дианка, у тебя что там? Червячки! И это что у нас? Сыр. Нет.